Сегодня в сборке очередной АОМН. На самом деле, вы видите, там проглядывает надпись Ferrari. Кальняга. Сегодня у нас кальняга Ferrari. В сборке на литье черно-красный. С белым. Прикольный велик. Сейчас соберем, посмотрим недостатки и преимущества. Приехал дяденька такой крутой, говорит, я Ferrari привез контрабандой, заклеил все надписи, чтобы никто не подумал, что это настоящий Ferrari. На самом деле это, смотрите, топовый. Рожки дьявольские, глазки ангельские, видите, да, вот. Первый признак того, что это настоящий, это вот заглушечка. Значит, это настоящий Ferrari, 100%. Богатая комплектация, крылья, сумочка, там все есть, вообще там насос, там столько всего, что в обычных велосипедах не бывает, потому что это Ferrari. В принципе, велик нормальный, а вот еще одну наклейку я пока не успел отклеить. Сейчас отклею. Нормальный велик. Резина, конечно, ни о чем. Передний переклюк очень плохо настраивается. Все остальное настроилось быстро, хорошо. Рубашки, тросики перекинул, как обычно. Все правильно сделал, все отрегулировал. Офигенный велик. Проживет он, дай бог, один сезон. Из кожи молодого дермантина у нас сидушечка. Такие вот грипсы. То есть, в принципе, ну, блин, нормальный велик за свои деньги. Конечно, на промах колеса, литье, все замечательно. Как бы, если следить, обслуживать каждый день, то долго прослужит.